Привет, друзья! Сегодня у нас с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Лёг. Ну, вот сегодня посмотрите, я служебную собаку свою Рика привел к себе домой. Ну, посмотреть, как он вообще будет. Собака вольерная, дома никогда не была. Как будет себя вести в данной ситуации? Ну, скажу сразу, Рик меня удивил с самого начала, то есть с самого подхода, как только мы пришли домой. Я сейчас камеру не буду переводить на квартиру, чтобы не показывать свой, так сказать, срач в квартире. Я тут уже пару месяцев живу один, девчонок своих отправил на дачу, в деревню они у меня отдыхают. Сам проживаю один. Итак, Рик меня удивил на подходе с самого начала. То есть он зашли в подъезд, я отпустил его, чтобы посмотреть его реакцию, как он проведет. И он сразу подбежал к двери, уткнулся носом и показал мне мою собственную квартиру. То есть молодец, собака носом работает очень хорошо. Пришли домой. Он не отличался никогда сдержанным нравом. То есть, если я еще раз повторю, то есть у него история такая, его отдали из другой квартиры, из частных рук, где он жил, за то, что он везде косячил. Ну вот, как видите, у нас иерархия выстроена. Я нахожусь на своем диване. Он зашел первый раз в жизни, вот видит клетку, лег в эту клетку. Вот лежит сейчас в этой клетке. В общем, я доволен. И, как видите, дверку клетки я не закрываю. Я уже ходил, варил кофе себе, готовил кушать. Но собака из клетки не уходит, потому что четко знает команду места. Вот он просто еще не привык находиться. Вот сейчас он привыкнет, я думаю, постепенно. Так что, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение. У вас все получится. Спасибо.